Я говорю, как настрой на рыбалку? Хороший. Да что-то не похоже. Он у Дениса видно, что настрой. Он прямо это рвется в бой. Тем более беляши еще там в сумке лежат. Короче, где-то они поехали в одном месте 5 метров, потом сместились. Вон и там 7 метров. 7 метров, вот на 7 метрах они, говорят, и рыбачили. Вот где синяя палаточка Ларгус стоит, фургончик. Вот чуть дальше туда. Там 7. 7,5. Тут на дно пойдет. Слева. Четырнадцатый километр. Рыбаков разделились на группы. Не бурит? А ну, подожди. Сейчас мы так попробуем. Бывает, помогает. Он даже и не гладкий, да? Ну, попробуй. Вот, я начал грызть. Ну, о, видишь. Залежался он просто. Держивили совсем, да? Я вас приветствую, друзья. Прошу прощения за долгое отсутствие на канале. На это были обстоятельства. Короче, в этом году и 2022 как-то не сложилось открыться по зимнему, по первому льду. С жерлицами ничего не получилось. Короче, вы будете смеяться, но у меня сегодня, 28 января, только открытие зимнего сезона. Решили выехать вот на 14 километр. Народу сегодня много. Приехали нашей компанией. Бауржан, он уже забурился. Серега вот палатку расставляет. Ну и тут Никита у нас. Черпачок есть? А? Черпачок есть. Черпачок? А что, уже нет у вас? Да, да. Денис. Все, Денис. Махни хоть рукой. Рукой хоть помаши. Ну вот. Ну вот такая компания. Есть еще один товарищ, но он не желает участвовать в съемке. Ну, это святое. Мы не будем нарушать права человека. Так что, вот такие дела. Что сказать по погоде. Сегодня, да и вся неделя была ночью 23. Днем вроде бы температура до 80 градусов повышается, солнечно. Ну, сейчас вот приехали, морозно. Чуть-чуть ветерок подстегивает восточный. Ну, будем сейчас забуриваться, расставляться.
Сегодня мне в обнове палатку купил побольше. Топ-то уже невозможно. Ну и сейчас сделаю сюрприз ребятам, вот, Денису и Никите. Она вполне нормально выглядит. Я подарю им свою палатку. Как раз для их нормально будет она. Так, вот такая палатка. 2х2. По сравнению, как у меня было, это вообще сказка. Так что светло. Специально выбрал такой цвет, чтоб для камеры нормально было. А вот эту палатку маленькую, полтора на полтора, сейчас подарю Денису. Так, Денис! Денис! Сколько мерзнуть будешь? А? Сколько мерзнуть, говорю, будешь? Я не знаю. Я тебе вот эту палатку дарю. Спасибо. Вот с Никитовым на парах. Она целая, все нормально. Но для меня она просто маленькая. Я вот эту сейчас такую большую купил. Вот твой кабинет. А тут ты всегда. О! Ага, спасибо. Давай, рыбачь. Спасибо. Да. Она много рыбы видала. Там дно отстегивается. Ну где лунки, да, просверлят. Что, примерять будешь? Да. Примерять будешь? Да. Ну залазь. Да. Замки все работают, аккуратно просто пользуйся. Когда складывать будешь, я тебе потом покажу, как складывать надо. Вот так вот. Давно не бурил. О, нормально. Еще по поводу вертыши. Магазины дорогие. Посмотрел в интернете, один мужичок взял с вот таких шурупы по бетону, 100 тенге стоит в магазине, но это я в крепеже брал, может где и дешевле есть. И Саня мне наварил такие ручки. Сейчас попробуем, специально длинный сделал, чтобы можно было вот поглубже, может где снег кручивать. Сейчас попробуем, ветерок чуть-чуть есть. Надо будет, наверное, все-таки закрутить. Так. Здесь, конечно, надо бы втулочки поставить. А! Тут ты, блин. Угу. Так, что тут у нас? Запечатался уже. Сиди, сиди. С новосельем, что ли? Нормально? Да. Ну и хорошо.
Вы тут вообще по кругу обурились, да? Как стая акула, так ходили. Я жерлицу взял, я не знаю. Может поставить потом как-нибудь, попробовать. А что? Судак. Может судак возьмет. Шу. Хватит ходить. Пора уже рыбачить. Так. Саня говорит, глубина около 6 метров. Сейчас посмотрим. Прикормку я вчера дома уже подготовил. Ну, сейчас еще надо будет, наверное, чуть-чуть увлажнить. Хотя, в принципе, вроде нормально. Нет, чуть-чуть еще можно. Это, короче, панировочные сухари. Брал я в Дине семечки через кофемолку пропустил и немного добавил фадеева, темный лещ. Ну и все, больше не заморачивался. Запах обалденный. Я думаю, что-нибудь соберем. Смотрим, что тут у нас. Сейчас, наверное, по две штуки закину. По две штуки. Да, глубоко. Все. Так, сейчас посмотрим. Сколько у нас? Раз, два, три, четыре, пять, да, шесть метров. Нормально. Анатолий знакомый говорил, они вчера где-то были здесь. Вначале на пяти сидели. Потом сместились в другое место на 7. Ну, неплохо поймали. Забурился, палатку поставил. Лунки закормил. Ну и сейчас самое приятное. Чайку попью. И будем рыбачить. Я думаю, рыбка к этому времени подойдет, пока я кружку чая выпью. Ребята сидят, пока тишина. Время у нас 11:00. Рано не стали выезжать. Толик сказал, что здесь с утра не клюет. Полдесятого выехали нормально. Приехали на 14-й километр. Прошлый год мы рыбачили на насосе и на той стороне. В этом году вот здесь первый раз. Ну так, по отчетам смотрел я. Ловят. Плотва крупная, подлещик. Карпик даже в улове попадается. Надеюсь, что что-нибудь поймаем сегодня. Давайте, будьте со мной. Будем рыбачить. Так, чайку бабахнем. И будем рыбачить. Тут там уже люди рыбу ловит.
чай с лимоном. Чебрец добавил еще. Красота. Приятного аппетита. Мы сами позавтракаем и будем ловить. Так, ну ничего, процесс пошел. Саня уже две плотвы поймал. Там клюет. Дениса поклевывает. Баурон таскает лисе. Ну что, Коль, какая глубина? Ну 6 где-то. Вот он, видишь, у меня снегирь стоит белый. Приора рядом белая, и снился. Вот это... Смотри. Так в этом году получше. Баур. Нормально, и... хороший. Так. Тут на коромысло клюнул. Вот она, плотва, на сало клюнула. Ну что, нормально? Так, ведерко будем складывать. Пусть там будет. Что-то тянем. Это на полметра дна. Плотва. Плотва. Давай. На тесто клюнул. Так, по шарику кинем. Поплотнее собью, чтобы как можно ближе ко дну растаял, пока идет. Так. Что-то прям по головам ездит. О, блещик. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь у нас билеты, путевки. Билет. Так, что там у нас? На тесто клюнуло. Тесто еще с осени в морозилке лежало. Мытое
с ревитом. Немытая болтушка. Но червя что-то не хочет. Ну ладно. Еще раз попробуем. Ну, разница какая. Клюет да клюет. Так, понемногу ловим. Габитовское ведро пригодилось. Спасибо ему за подгончик. Летом пару раз с ним выезжал. Сейчас думаю, чтобы по пакетам не кидать рыбу. Что, нормальная ведерка. Объемы нам большие не нужны. Вполне достаточно. Тянем. Кого-то тянем. Так, он и тут зацепил. Так, что там? Так, время обед уже. Сейчас пойдем перекусим. Ну вот с 10:30 и до обеда. Ну, немного поймал. Хоть поклевывает. Поклевывает. Вот такие красноглазки, подлещик. Плотва вот такая. Подлещик. Ну, не знаю, думаю, сейчас пообедаем, после обеда получше пойдет. Сейчас еще пару кормушек запущу. Пойду обедать. Иду! Да, сейчас хотел уходить, а она клюнула. Так, сейчас. Ну и чё, братья кролики? Здесь, по-моему, лучше клюет, да? Ну, бабу в разнос что-то пошел. А что такое у вас случилось? Остановиться не может. Уметь, скажи, надо рыбачить, да? Ну, ладно, попадает так, лунка. Сейчас подойду, говорю. Только выходить, клюет. Раз, вытащит. Сейчас, победа не попрет. У меня частый поклев, да. Что-то, блин, где-то поднимаешь, я... то сход, то это. Во! А я что-то и не видел, а что там за этот построили? Фермеры что-то, да? Наверное. Там, ну, видишь, считай, сколько, года 3-4 воды не было. Вот эти берега 30 метров где-то ушло же. И вот это все, оно же там кушерями заросло. И вот это в один год все затопило сразу. Все четкие места, все заняты, заблукал. Выезжая сюда, в сторону баз, они взяли вот так вот, и с этим, перековыряли всю дорогу. Вокруг баз катался, выехал. Сань, помнишь, мы в лесхозе катались? Полночи. Потом увидел этот... Трассу увидел, ну так, ну, специально, на трассу, короче, нашел дорогу.
Я говорю, скоро вот это возьмут вся. Ну. Отрежу, да, вот лет. Я возле города все, заметил, пляжу понастроили, заборы понаставили. Чего на следующий год, мне кажется, будет. Где, вот это твой, да? Вот, хороший плотвор. Я же тебе говорю, он селедку опустил. Еще крупнее. Еще крупнее там есть. Это что? Да, там крупнее. А в помощь-то? Подписчики тоже нормально. Так, друзья, отобедали. Теперь пойдем дальше рыбачить. Смотрел у Баура. Нормальный улов там. Хороших, крупных ловил. Ловит, вернее. Ну, народ. Народ не разъезжается. Значит, клюет. Народу много сегодня. Вот такая рыбалка у нас. Актюбинское водохранилище. 14 километр. В основном все вот на середине держатся. Здесь глубина 6-7. Там в ту сторону 5 метров где-то. Ну, ловят. Мы тоже дальше пойдем ловить. Так, и что, простоял, пока обедал, ни одной поклевки. Да. Ладно. Время то быстро идет. Уже 2 часа. Не знаю, сейчас другую снасть закину, наверное. Так, кого-то все-таки вымучил. Так, вот тянем, совсем мелкий. Так. Так, еще что-то идет. Уже покрупнее. Сойди. О. О. Что там? Что есть? Я сходил туда, до это, где Денис сидел. Ага. Короче, одну эту красноглазку поймал и окушок один. Сюда пришел, глубину выставляй, подлещик. Ну, Баура конкретный. Уже вытащил подвесник, здорово, блядь. Разглядался, крючок оторвался. И главное, провалился, и так торчит там, не может провалиться дальше. Mm-hmm. Он там пытался, А видно прямо на конце так это размотано, развязался крючок. Ну, друзья, время у нас уже... Время уже, батарейка села. Толя, еще не села батарейка? Да все уже, все. Да? Уже не пашет. Вот это, подожди, я хотел это. Оконцовку сделать. Ну ладно. Так, ну что, друзья, рыбалка подходит к нашей концу. Время уже начало 5. Клев
не сказать, чтобы так активный был, но клевало потихоньку. Один момент прям хорошо, там Саня с Баужаном наловили, вот баужановский улов, вот такой вот. Нормально тут плотва, вон, вот такие даже попадались, подлещики хорошие, ёрш даже есть. Ну, я, конечно, поменьше поймал, но меня вполне устраивает. Я хоть сезон открыл в этом году, а то с осени, как с октября, больше и не рыбачил. Мой улов, вот он. Тут тоже. Вот такой вот. Плотва. Подлещик вот такой неплохой клюнул. Вот такой. Ну, короче, рыбалка удалась, можно сказать. Так что будем собираться домой. Рыбаки комментарии дадут. Что, Баужан, скажешь по рыбалке? Отличный улов, отличная рыбалка, хорошая погода. Ну, ты сегодня отличился вообще. Да. Все-таки тебе Иринка научила рыбачить. Да. Ты, Серега, что скажешь? Так, по количеству слабо, а удовольствие получил. Ну, соседи что наши скажут? Соседи? Ну, сидим. Ничего, выехали. Не, нормально. Бывало такое, что мы вообще рыбу не ловили. Тут мне вот этот последний подлещик вообще, наверное, это обрадовал. В этом году получше. Это было давненько, очень. Да. Что, Саня, скажешь по рыбалке? Нормально? Ну, если нормально, это хорошо. Че, поклевать, что ли? Вот начал поклевать, но напутал. Нет, мне не надо. Вот, а? Нет. Вот, ну, что я ее? Ну, хорошая ладно. Плотва, ты с уила привез ее, что ли? Конечно. У меня таких много. Ну все, друзья, спасибо всем за просмотр. Я вам желаю достойных трофеев, удачных выездов, ни хвоста, ни чешуи. До новых встреч. Пока.